Магаданцев ждет четырехдневная рабочая неделя. 24 июня в стране объявлен внеплановым выходным. В этот день в городах России пройдет парад Победы. При этом рабочий вторник не будет сокращен, поскольку не является предпраздничным. Следующая неделя будет также четырехдневной. 1 июля, день голосования по поправкам в Конституцию, будет выходным. Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников ранее сказал, что россияне смогут подать в суд, если работодатели откажутся оплачивать этот день. Парад Победы стартует в среду 24 июня в 10 часов по Москве и пройдет по сценарию 1945 года. Общая продолжительность мероприятия – 1:50. И это несколько дольше, чем в предыдущие годы. Увеличение длительности обусловлено возрастанием количества единиц техники и расширением программы, включением в сценарий новых пунктов.